Каждый год Химки принимают необычные спортивные состязания. Участники – семейные команды, которые пробуют свои силы в катании на горных лыжах. На базе «Родина» провели соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Яркое весеннее солнце и отличная погода помогли спортсменам покорить снежную трассу. С одной стороны, и спортивный праздник, а с другой стороны, объединение семьи, возрождение, как говорится, вот наш настрой, что семья должна стартовать. Если ребенок начинает у нас заниматься, то мы на лыжи ставим и родителей. То есть это никуда они не денутся. Юной спортсменке Вере 8 лет. Из них уже 5 она занимается горными лыжами. Говорит, в спорт привел папа. Мне очень нравятся лыжи, потому что на них можно ездить и не больно падаешь. Папа лыжницы Денис вместе с дочерью принял участие в соревнованиях. Он уже много лет занимается горнолыжным спортом. Стали вот дочку приобщать. Это очень как бы хороший вид спорта. В нем, я считаю, самое главное, вниз ты едешь, а вверх тебя везут. И не надо напрягаться. Всего за право первенства боролись 24 семьи, а это более 60 человек. Среди них новички и профессионалы. Екатерина Бирюкова 20 лет назад начала заниматься горными лыжами. Когда дочери исполнилось 3 года, тоже привела ее в спортивную школу. Очень хороший склон, хорошо, что его отратрачили, виден прогресс, и хочется, чтобы еще больше развивалась секция, склон, подъемник, бугель. Очень нравится, потому что в нем очень весело и хорошо. Я уже второе поколение и занимаюсь здесь уже не знаю сколько. Ирина участвует в мероприятии вместе с сыном уже 2-й год подряд. Супруг выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО. Здорово, но проходит каждый год в марте месяце. Папа, мама, я, спортивная семья. Очень увлекательно, очень объединяющий, сплощает коллектив. Очень нравится. 2024 год семьи в России. На пьедестале чествуют самую многочисленную спортивную семью. Семья из 6 человек. Единственная у нас стартующая, самая многодетная. Все ребята занимаются секцией. По итогам соревнований участникам вручили медали, грамоты и памятные подарки. Мероприятие организовали в рамках Всероссийского зимнего марафона «Сила России». Он проходит по инициативе партии «Единая Россия». Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.